Привет! Меня зовут Георгий Раут, и это канал Папамедиа. Сегодня продолжаем говорить о том, как злоба изнутри разрывает российских пропагандистов. Если совсем недавно я вам рассказывал о том, как Зеленский влияет на Соловьева, что у него прям начинает крыша ехать, тик начинается, он начинает какой-то, с ним происходят какие-то перетурбации, то также пропагандисты и не оставляют в покое первую леди Украины Елену Зеленскую. Они вспомнили очень давний, прошлогодний фотосет, который она сделала для журнала, где она сидит в свободной позе, там сзади мешки с песком, то есть, как женщина, первая леди в стране, в которой идет война. Еще тогда у нас также это вызвало, у многих в Украине, я имею в виду у нас, вызвало интерес эта фотосессия, потому что необычная поза, то есть многие стали искать почему, что, и там потом пошел даже у нас челлендж в поддержку Зеленской, потому что в Украине тоже многие критически высказались к ее позе, но потом даже девчонки все и известные, и неизвестные стали садиться в этой позе, чтобы поддержать первую леди. Здесь же в России там нашли там просто, ушат дерьма вылили, естественно, все не так, то есть она, ей не нравится то, что она делает, сидеть так никто не может, то есть это типа похоже на какой-то гоп-стоп, хотя на самом деле вот я закончу свой спич этим видео это получается ОРТ, да, это, кстати, с первого канала, с вашего, российского, я имею в виду. И вот на первом канале у вас показывают такие имиджмейкеры, которые совершенно не разбираются в имидже, это сразу понятно, по лицу видно, и потом, как они одеты. Они сами одеты, как с подворотни, то бишь, с вкуса ноль. И эти люди, эта шушера, вот эта тля, они начинают что-то еще говорит на первую леди Украины. Вам, вот этим женщинам, мужчинам, которые решились вот именно говорить такие вещи на женщину, в первую очередь, во вторую очередь на супругу президента Украины, вам, во-первых, уже с вами все понятно, что вы настолько деграднули, если решили такие вещи говорить. А во-вторых, просто хочу сказать, что в вашей стране первой леди нет, ваш царь трахает, опять-таки не видел, не знаю, но это Алину Кабаеву, то есть у вас даже нет первой леди, потому что никому не нужна ваша нахуй страна, никому вообще, то есть скоро ее не будет. И пока вы вот этой вот злобой плещете вокруг, значит, скоро эта злоба, гниль и гной вас полностью под подбородок затопит, и вы сдохнете. И никогда не смейте подобные вещи говорить в сторону женщины. Никогда. Потому что культура человека, и мужчины, и женщины, определяется в его отношении к женщине. Если вы себе такое позволяете, значит, с вами все очень плохо, и правы те люди, которые говорят, что не только власть российская, это дегенераты и изверги, но и весь сам народ. Если вы такие, то мне вас жаль, и придется вас уничтожить. Придет ВСУ в Россию, и всех тех, кто желает зла Украине, кто поддерживает геноцид украинской нации. Всех тех больше не будет на этом свете. Мир будет счастлив, мир вздохнет спокойно. Так что ждите. Все это пройдет очень скоро, поверьте. А теперь, конечно же, видео, как ваши пропагандисты обсирают Елену Зеленскую, первую леди, которую внесли в список людей, которые повлияли на этот мир. Задумайтесь над этим. Пока.